28 июля в преддверии Дня военно-морского флота России представители Министерства по делам молодежи Республики Дагестан вместе с членом Общественной палаты Республики посетили семьи погибших участников специальной военной операции. Они оказали внимание семьям кавалеров Ордена Мужества Сахиба Турабова, Радика Нагметуллаева и Равшана Магомедова. В ходе встречи гости обменялись контактами и поддержали семью погибших теплыми словами и ответили на все волнующие их вопросы, а также передали детям героев подарки, сертификаты магазинов. Магазинов детских и спортивных товаров. Это вам, чтобы вы вот в этот летний период могли сходить в магазин, и что вы сами захотите, вы уже взрослые, вы уже сами мужчины, защитники, и что вам будет нужно, и приобрести. Спасибо большое. Вам большое спасибо. Также при встрече совместно с представителями госструктур Рамазаном Магомедовым и Викторией Гаджиевой была обговорена возможность поступления детей на бюджетные места в учебные заведения.